Коммунальные службы работают в штатном режиме. Продолжается ремонт на тепловых сетях города. Комитет по имущественно-земельным отношениям предлагает арендаторам муниципальные помещения для бизнеса. Продолжается конкурс детской фотографии в объятиях природы. Свои работы представили 42 школьника и воспитанника Дома детского творчества. Победители конкурса по охране труда на предприятиях города поедут в областную администрацию на прием к губернатору. Управление ПГУ и ЧС сообщает, что с 29 мая по 3 июня ожидается ухудшение погодных условий.